Сегодня в областной столице проходит совет законодателей, руководителей Дум Тюменской области и Югры и Заксобрания Ямала. На встрече Александр Мор предложил организовать туристические поездки по Уралу для детей из семей военнослужащих. Идею коллеги поддержали. К программе смогут подключиться Курганская, Челябинская и Свердловская области. Впереди длительные каникулы. Я думаю, что ребята задействовать и просто познакомить, рассказать, для них это будет интересно, полезно. Ямальцев в Тюмень, в Челябинск, челябинских. Челябинские ребята, курганские на севере, многие никогда не бывали. Будет интересно им посмотреть. Северные красивые города сегодня очень.